Итак, ребята, с вами Коля Лилов. На прохождение игры Among Us Sleep альфа версии. Так, на плее альфа. Все. Загрузка. Крил Бейт Студио. Презент. Among the Sleep Alpha. Ну так, короче, мы играем за двухлетнего ребенка, это где-то прочитал на каком-то сайте. Вот, короче, мы просыпаемся. И у нас дверит игрушка. Я могу уже шевелить камерой. И где-то моя сила стырит медведя. Ну все, выдохли другую комнату входа. Дверь закрыли. О, смотрите, нас вперед. Ложись. Ух ты. Дверь открылась. Свет погас. Так. Я знаю, что здесь можно встать. Эту игру я, если честно, прошел, потому что на момент того, что альфа-версия, это что и взяемая версия. То есть игра очень короткая. Ну, с преданными может так там действовать. Так. Ну, я знаю, что здесь не было ничего. Бояться не стоит. Так, мы можем прыгать, метод двигать. Оп. Подниматься. Так, у нас есть ноги, кстати. Help me. А еще вот можно вообще не пользоваться этим, можно так из-за угла выглядывать. Оп. Так. Ну, сами ничего не будет, здесь вроде даже никаких этих мусор не добавили, ничего. Игра выйдет в 4-м квартале этого года. Оп. Наш медведь куда пострел. Да-да. Охотно верю. У нас есть тень. Да-да-да. Это медведь, кстати, можно использовать. Так, смотрите. А, сейчас. О, все, дошел. Оп. Он как бы светит вроде бы как. А, и это, наверное, будет потом как бы темная комната, и их не прийти там без света. Но надо, кстати, медведя будет, и может быть прийти. Ну, наверное, точно не знаю. Вау. Ребята, мне страшно. Сейчас я пропустил, но, короче, эти предметы вывалились только что. Ух ты, кто-то жрать хочет. Хотел. Но помился, потому что в холодильнике ничего нету. Так, тупик. Я знаю, что я сейчас ползаю. Так, стань. Сюда мне не надо, на самом деле. Мне надо куда-то сюда, или типа твоего.
Тихо. Нужен стул, короче. Да. Все, поднимаемся на стул. Оп. Нужен. Так, куда идти, я не помню. Хотя, ладно, не важно. Что-то мне страшно, где мой медведь? Она... С медведем все хорошо, а светлух. Никаких бабаек нет или как-нибудь не устроится. Ни монстров, ничего. Дверь кто-то подпирает. Подпер. Даже в этой темной комнате никого не будет. Да-да. Сейф. Это грабители проникли в наш дом. Стрельнул с игрушку и... И теперь меня пугают. А, постирали медведя. Постирали его. И теперь пугают. Какой стоять. Так. Здесь ему сразу преимущество. Оп. Сделал сейчас лесенку. Оп. Так. Нет, не могу. Оп, оп. А, нет, 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 нет. Лезь, лезь, лезь. Он не хочет лезть. Все, 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 все. Сейчас. Сейчас залезу. Я залез кое-как. Если что-то долго он мучился, надо на самом деле просто так подвинуть и все, затянуть ручки. А сейчас, кстати, будет монстр. Да, я не знаю, это как бы его надо активировать или не надо, но я сделаю то же, что делал и раньше. Здесь может, кстати, подходит спрятаться. Оп. Какая-то игрушка. Ну, в полной версии, наверное, здесь будет монстр, который как бы... Ну, знамя придет. Надо от него будет спрятаться, потому что подкрывать его. Но пока его нету. Если он за нами придет. Так, ну или он в шкафу может спрятаться, или в шкафу. Короче, смотрите. Оп. Ух ты. Ого. Я шкерюсь. Смотрите, короче. Ох, смотрите. Дверь открылась. Ну вот, замелись тоже на самом деле. Так, тут не прилезу. У нас стоп вроде. А нет, нельзя. Дверь открылась. Так, идем сюда. Где-то кто-то кран забыл закрыть. На самом деле мы вернулись только что. А тот же самый стул. Сейчас нас опять немножко напугают. Я здесь прилезу, я знаю, что сейчас будет. Примерно. Пойду еще. Где же? Нет, странно. Ну сейчас вот будет, смотрите. Так светло, все хорошо, идем. Так. Ох ты. Ах ты. Так, сейчас вроде не помню, точно сюда. Пойду в всем случае. Так, ух ты, что это такое? Что-то странное. Наверное, туда идти не стоит, но все-таки пойду. Что делать-то? Где мой медведь? Напоследок. Ну да, это наш подвал. Погреб. Так, не могу бегать. Медалька. Ух ты. Вау. Так, ладно, не важно. А ну здесь я уже. Так, ладно, не пролезу. А вот так пролезу, все, пролез. Ну уже иди. Все.
я прыгаю в какую-то трубу. Загрузка. Ого. Что ж нас ждет? Лодинг. А, так, вот мы каримся по этой трубе. Куда-то мы приехали. Это нам типа говорят, что в нашем доме такое есть. А еще я забыл сказать, что здесь есть прикольный выход в меню такой, смотрите. Оп. Глаза закрывает. Так, ладно, до меню отпасть. Дима медведь. Дом под домом. Зачем ты пихаешь туда свое медведя? Ой, дурак. А, стоп. Ух ты, свет. Ну вот и конец игры. Это альфа-версии. Вернее, конец. Нам показывают, что мы в полной версии. Ну и тоже скажу спасибо за просмотр.